Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. В суботу 12 серпня на центральному міському стадіоні відбувся міжнародний турнір зі змішаних видів єдиноборств «Дорога нескореним 3», присвячений пам'яті учасникам АТО. І сьогодні в студії у нас присутні гості, які доклали до цього заходу чимало зусиль. Це Денис Янтар, голова національного корпусу в Миколаївській області, Олег Шевченко, промоутер професійної ліги ММА «Про Україн», та Андрій Ковальов, чемпіон Європи зі змішаних видів єдиноборств серед професіоналів. Як це відбувалося, як це все проходило, бачила наша журналіст Ганна Бадіна. Тож пропоную переглянути наступний сюжет. До 12-го турніру професіональної ліги організатори підготувалися заздалегідь. Вперше октагон розташували на центральному стадіоні, а з трибун за боями слідкували кілька тисяч глядачів. Серед них і миколаївські спортсмени. Чому привели? А підтримати ребят, які підтримують нас. З тої сторони це Ультрас. Тут ребята багато виступають, сьогодні будуть бої. Ми прийшли підтримати всім повним составом. Окрім великого екрану та ефектного освітлення для усіх прихильників змішаних єдиноборств, пряма трансляція на одному із спортивних каналів. Це вже третій турнір. Ми робимо їх вже міжнародними. Тобто в цьому році буде розігруватися пояс чемпіона Європи серед професіоналів. Буде дратися Андрій Ковальов проти бойця із Польщі. Коли ми робимо цей турнір пам'яті воїнів АТО, для нас це більше, ніж просто спортивне мероприятие. Тож видовищним турнір робитимуть бійці з Миколаєва та інших регіонів країни, а також представники з Молдови, Польщі та Білорусі. Сьогодні пройдуть два титульних поєдинка. Це бой за титул інтернаціонального чемпіона в легкому весі між Максимом Пашковим і Олексієм Кирханом із Молдови, а також вперше в Україні в українському ММА пройде бой за титул чемпіона Європи по версії ММА Про між поляком Грегором Цеплінським і українцем Андрієм Ковальовим із міста Миколаєва. Миколаївці вболівали не лише за своїх. Підтримку оплесками відчували всі учасники змагань під час кожного з 11 двобоїв. З октагону виходили не лише переможці, а й навіть майже одружені. Після поєдинку один із перших учасників турніру, Володимир Майданик, освідчився своїй дівчині. Блискавична згода на одруження і на трибунах знову продовжують спостерігати за напруженими поєдинками. Тож під час турніру «Дорогу нескореним 3» глядачі побачили справжнє шоу. Яскраві спортивні, короткочасні та тривалі протистояння. Також була й шалена підтримка фанів, гумор та щирість почуттів, та найголовніше – перемога земляка Андрія Ковальова, який отримав титул інтернаціонального чемпіона. Сьогодні хочеться поговорити про цей турнір більш розгорнуто. І одразу до вас перше питання. Чи є взагалі ідея такого роду турніру? Этот турнир придумали мы, то есть это бывшие бойцы полка Азов, фанаты Ультрас. Он вообще посвящен был изначально одному человеку, это Андрей Балаган, это наш друг, товарищ, он и на Майдане был с нами, и один из первых из нас пошел в АТО, чтобы защищать нашу родину, хотя он был русским и жил в Украине всего 3 года. Но он проникся духом этим и решил, что это тоже его родина, и он будет ее защищать. И, к сожалению, он погиб 4 августа 2014 года, когда Маринку освобождал. И он по жизни, по натуре своей был воином. То есть и лучше какого-то турнира, кроме как бои, мы не видели. То есть есть обычай тризна, он тоже был приверженцем старых обрядов, обычаев. Мы решили, что это вот самый правильный поступок, чтобы почтить его память. А організатори хто? Хто є основні організатори? Это, безусловно, ми, як товариші його, тобто це як полк Азов, національний корпус. Безусловно, огромну допомогу Олег Шевченко. Ще на першому турнірі, коли не було больших каких-то масштабних мероприятий, міжнародних бойов, це був самий перший турнір, це був турнір практически между своими ребятами, то есть между спортивными клубами Николаевщины, и приезжали еще ребята, знакомые тоже в основном фанаты Ультрас с Украины, чтобы почтить его память таким образом. И Олег тогда уже помогал, это ММА-клуб Николаев. Затем уже следующий турнир уже был международным, проходил в Надежде, и тогда, опять же, Олег уже, представляя ММА Про Украин, помогал. Потом уже помогали Николаевская областная державная администрация.
Ряд спонсоров тоже помогали, то есть не безразличные люди просто помогали, которые ну, даже не хотели, чтобы их афишировали, просто ну, вот мы не хотим какой-то публичности за это, просто вот это правильное дело. И турнир второй уже был в памяти всех ребят, которые погибли в АТО, потому что, ну, понятно, что для нас это в первую очередь в памяти Андрея турнир, но хотели его посвятить для всех ребят, потому что со многими тоже соприкасались на войне, то есть вместе с ними воевали и хотели почтить их тоже память. И третий турнир, который вот проходил на этими выходными, уже проходил на стадионе. Тоже это символично достаточно, потому что Андрей был болельщиком, фанатом. И такой турнир, он, ну, он красивее, как нам казалось, потому что вот если в Надежде его проводить, там был ряд нюансов, которые ну, были немножко не так скрашивали его. А на стадионе мы придумали, что вот оно должно вот выглядеть, придумали себе эту картинку, как она должна быть, и в принципе не прогадали, я думаю, потому что все было красиво, много людей смогло там поместиться, вечер, погода, то есть способствовало тому, чтобы там находиться, было, ну, мне кажется, достаточно комфортно и красиво. Ну и бои тоже, соответственно, были, не было проходных боев, были действительно конкурентные бои, и ребята показывали высокий уровень, и вот финальный бой дрался Андрей с парнем. Вы нам одразу хотите все розповісти, так? Ні, там ще можна розказувати о многом ще. Я думаю, що про це ми ще поговоримо. У мене питання до Олега. Ось Денис сказав, що ви допомагали, у вас велика участь у цьому заході. Розкажіть, що саме ви робили? Ну, я допомагав, наверное, більше в лице нашої організації. Це професіональна ліга смішних єдиноборств ММА Pro Ukraine, яку возглавляє Геннадій Мурашковський, її президент, який також був на цьому турнірі, выступал на открытии. Это было 12-е наше мероприятие, то есть вот, как бы MMA Pro Ukraine 12, дорогу на скорую 3. И очень приятно действительно было, что на этом турнире был проведен бой за титул чемпиона Европы, который прошел впервые вообще в Украине, такой титул, и право за него побороться было предоставлено Андрею Ковалеву, николаевскому бойцу, бойцу MMA Club Николаев, нашего ведущего клуба. И этот пояс остался в Украине, остался в Николаеве. И действительно прошел на очень высоком уровне. И цей пояс зараз у нас в студии, и он, так? Пояс у нас в турне, да. Так, зараз мы покажем его поближче. Так, Андрію, тепер питання до вас. Як ваші враження від бою? Взагалі від турніру, як ви себе почуваєте? На самом деле, сейчас, конечно, чувства такие, знаете, уже все сделали, все уже как бы закончилось, пояс дома, пояс остался в Николаеве. Турнир был на хорошем уровне, хороший уровень был у моего соперника. Тоже долго шел к этому, ну, большой период времени подготовка занимала. И на данный момент вот мы видим пояс. Одягали? Да, конечно. Так, все подходит, все нормально. Не только я одевал полгорода уже нашего одевала. Давайте поговорим про то, что 11 серпня напередодні відбулась церемонія зважування. Так, це так гучно звучить, церемонія зважування. Що там відбувалося? Тому що там було багато наших містян, багато жителів зібралися на це подивитися. Що там було і які враження? Ну, церемонию взвешивания проводил Олег с Сергеем Бурдинским. То есть, ну, по большому счету, это ну, процедура, когда бойцы, которые находятся в каких-то весовых категориях, они должны вписаться в рамки этой весовой категории. У Андрея такой необходимости не было, потому что он супертяж, то есть у него ограничений нету. Ну, остальные должны были взвеситься, чтобы, ну, как бы, опять же, вписаться в эти рамки. Ну, и, опять же, представить бойцов в публике. Может, подробнее может Олег рассказать, то есть нюансы какие-то. Ну, это, да, стандартная процедура взвешивания, которая проводится накануне турнира. Она проводится за сутки для того, чтобы боец имел возможность восстановиться после того, как ребята сбрасывают там, по 3, по 4, по 5, там, по 7 килограмм веса, для того, чтобы вписаться в рамки этой весовой категории. Ну и также есть такая еще, такое мероприятие, такая процедура face-to-face, то есть это битва взглядов, которая проводилась на улице Соборной в Каштановом сквере на фоне памятника Николаю Чудотворцу, который является символом города Николаева. И ну, это было символично, и мы сделали это действительно там, потому что мы выбирали то место, это, там, ну, различные места просматривали, но все-таки остановились в центре города, Каштановый сквер.
И это получилось действительно ярко, символично и уже как бы традиционно, потому что мы в прошлом году проводили взвешивание в Каштановске, и в этом году также провели. И, то есть это такая была промо-акция, которая привлекла еще немножко внимания к нашему мероприятию зрителей и горожан города Николаева. Чи це було такого роду знайомство? Ну, учасники знайомились тоді між собою, чи всі одне одного знають? Ну, звісно, всі вже в професіональному спорті боєць узнає свого суперника, ну, мінімум за місяць. Тобто, ну, от в Україні мінімум за місяць він узнає, а то й більше суперника. Бувають бої, які чоловік узнає про суперники там за неділю, мало ли там травма, або там по болезні знімається, і тоді ми винуждені на короткому повідомленні кого-то знаходити. Ну, тут ребята в основному знали друг друга. Но все равно вот это вот соприкосновение взглядов, соприкосновение с человеком ментально, психически, психологически, то есть это такой важный момент именно во всем бою. То есть бой начинается вот здесь уже, то есть он начинается, когда ты узнаешь соперника, когда ты готовишься, когда ты приезжаешь, взвешиваешься, и face-to-face уже начинается схватка. То есть бой не начинается просто в клетке, бой начинается накануне. Когда ты узнал соперника, когда ты прошел подготовку, когда ты прошел face-to-face и понял, как настроен твой соперник, как он психологически горит, не горит, может быть, он уже сломлен. Поэтому такой очень тонкий механизм. Ну, одразу питання до Андрія. Як горів ваш суперник? Познайомился с ним? На самом деле, вот именно в такой процедуре взвешивания, как Олег сказал правильно, начинается вот сам бой. Вот остается там сутки до боя. Ты, ну, если соперник, например, там иностранец, ты его никогда не видел, ты видел только бои его, ну, видеозаписи. Здесь ты стоишь там полуметре, а то и ближе, лицом к лицу к нему, смотришь в глаза, много, ну, можно прочесть в глазах, посмотреть на его реакции, знаете, уже начинается такое горение, можно посмотреть, нервничает он, не нервничает, такие моменты, знаете, уже более, да, да? Такие психологические. И сам стараешься держаться на каком-то высоком уровне, чтобы показать, что ты готов, что завтра предстоит тебе парень нелегкий бой, поэтому вот такое вот. Как его звали, что его представите? Грегор Циплинский, это польский спортсмен. Польщі. Да. Добре, пройшло знайомство, наступний день – це вже сам турнір. Кажуть, що це було дуже видовищно, дуже така грандіозна подія. Розкажіть про саму програму турніру, з чого вона складалась? Ну, ми вирішили не робити якихось концертів, помимо самих бойов, тому що, ну, не знаю, я от не приверженець такого формату, тому що вже много організовували турнірів і бачили много турнірів, якби, ну, от... Мне чуть-чуть вот как-то это не так нравилось. Мы то есть с Олегом тоже обсудили этот момент. Типа, и в принципе у нас был такой карт бойцов подобран, что я думаю, зрителям вот вполне хватило шоу именно в клетке, то есть в октагоне самом. Первый бой это был бой по правилам кикбоксинга. Это дрался тоже наш хороший товарищ Влад Павленко. То есть это сын Игоря Павленко, нашего известного кикбоксера, тренера, то есть заслуженного мастера спорта, чемпиона среди профессионалов по кикбоксингу. То есть вот первый бой был его, потом был молодой спортсмен ММА-клуба Николаев, Константин Шутко. Он дрался со своим соперником по правилам любительского ММА, потому что они несовершеннолетние. Ну, но мы считаем, что это правильно, давать шанс молодым спортсменам, талантливым, участвовать на таких турнирах перед большой аудиторией. Это такой, опять же, воспитание психологическое, это такой шажочек их к профессиональному спорту. То есть они уже привыкают к этому антуражу, ко всем этим перипетиям, то есть они уже испытывают эти эмоции заранее, и у них нет вот такого горения, когда они будут выступать уже по профессионалам. Тем более парни действительно талантливые и показали уровень не, ну, не меньше, чем профессионалы, которые старше их на несколько лет. А затем уже были бои профессиональные, там, где дрались Андрей с Грегором, и там, где дрались за пояс интернационального чемпиона Максим с представителем Белоруссии, с Молдовы. Ну, по сути, вот это вот, вот основные мероприятия. Было, конечно, приветственное слово, был губернатор Николаевской области. Да, и почестные гости были. Да, ну, очень много, на самом деле, помог губернатор нашей области Алексей Юрьевич Савченко.
Он сам когда-то выступал в посмешанном единоборстве, также он участник боевых действий, то есть ему это тоже было близко, и он по сильными возможностями помог нам провести этот турнир, ну и мы его, собственно, провели. Также пришел мэр города Николаева, присутствовал президент лиги ММА Pro Ukraine, как уже Олег говорил, Геннадий Мурашковский, был наш командир, первый полк Азов, сейчас народный депутат Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий. Тоже он приехал, и много ребята, практически весь мой взвод, который был в то или иное время в полку, некоторые демобилизовались, некоторые остались, вот практически весь мой взвод тоже приехал на этот турнир, и много ребят из Харькова тоже, которые с нами вместе воевали, они тоже приехали поддержать и своих ребят, потому что был парень, который тоже в АТО был с харьковчан, это Хорошевский Владислав, он дрался на этом турнире. Был Денис Коновалов, он тоже участник боевых действий, он с Николаева. И был мой друг, товарищ Роман Кононов, мы тоже вместе служили в полке Азов, и мы тоже дружили с Андреем Балаганом, и он тоже участвовал на этом турнире. И очень рад, что он победил и показал действительно хороший бой и хороший уровень. Багато було учасників, багато групи підтримки. А хто вас, Андрій, підтримував? Ну, поскольку я, ну, как бы сам с Николаева, это мой родной город, я здесь учился, то поддержка была, конечно, очень большая. Я подошел, все люди здороваются, все, знаете, желают удачи, куча сообщений там в соцсетях. И родные были близкие, друзья, ну, очень большая такая поддержка. Это как-то надыхало? Да, проиграть просто я понимал, что, ну, нельзя было вообще без вариантов, поэтому приходилось так до конца бороться. Ну, в принципе, как и всегда. Конечно, поддержка чувствуется дома, знаете, родные стены, всех знаешь, все какие-то, знаете, все были свои, вашими, да, просто, было, да, классно очень. Мы уже заговорили про то, что турнир є міжнародним. З яких країн до нас завітали гості? Ну, Польша ми вже почули, Молдова, так? Ще були якісь Польша, країни? Молдова, Білорусія була. Ага. От, на три сторони, які були. В Білорусі було два бойця, один бойець. Проиграл Алексею Вальвахину, тоже хорошему профессионалу, одному из ведущих полусредневесов Украины. А второй парень, молодой боец наилечайшего веса, 57 килограмм, выиграл досрочно. То есть, как бы, Белоруссия, братская страна, также приехала, участвовала в этом турнире. И хочется отметить, естественно, и второй бой, как бы у нас основные события, это был бой, естественно, Андрея за титул чемпиона Европы, а также у нас был бой за титул интернационального чемпиона по версии WMMA Federation. Это бой между обладателем временного пояса чемпиона Лиги ММА Pro Ukraine в легком весе Максимом Пашковым из Кам'янець-Подільського клуба «Гуни» и молдавским бойцом Алексеем Кирханом из города Стражена. То есть Максим также порадовал наших зрителей, украинских телезрителей, тем, что выиграл этот бой и завоевал еще один трофей для нашей страны. Тепер давайте поговоримо про найцікавіше. Хто був суддями, хто судив, які були критерії оцінювання спортсменів? Скільки взагалі суддів було? Давайте почнемо з цього. У нас суддівська бригада состоїть із 5 суддів, тобто 2 рефері, які міняються, і 3 бокових судді. А, ну і також, извиняюсь, головний суддя соревновань, який це був Вадим Михайлович Подрушняк, це головний суддя турніру в Николаєві. Ну, звісно, критерії в професіональному спорті немножко відрізняються від любительських. Любители считают баллы, очки. То здесь помимо баллов еще нужно показывать характер, нужно доминировать в бою. Также учитывается повреждение, которое наносит спортсмен. Также и зрелищность является одним из критериев определения победителя. То есть, как бы, больше критериев, и уже, как бы, само судейство, оно более профессиональное. Взагалі, скільки ви готувалися до міжнародного турніру і чи були якісь у вас проблеми в організаційних питаннях? Ну, готувалися зарані, ну, дуже зарані, тому що от перший турнір, коли проводили на стадіоні серед своїх, і буквально от, за 2 тижні його зробили, ну, це в скорих темпах, це, ну, були свої причини, чому так відбувалося. Другий турнір почали готувати десь місяць за 5.
Но как-то вот все равно все дотянулось до последнего места, потому что вот со многими общались, но люди так, это еще позже, да, это далеко-далеко, а потом уже в скором, ну, на быструю руку все делалось, но тем не менее все хорошо вышло в том году. В этом году примерно так же, где-то месяцев за 5 начали готовиться. Ну, вот в этот раз прошло все достаточно гладко до последнего дня. Последний день начались приключения, потому что нюанс был по октагону, он всегда использовался в помещении только. И там у него под настилом есть, ну, мягкие, ну, подкладка мягкая, и она на солнце разбухла чуть-чуть. То есть и она расширилась, и не могли ее уложить в сам октагон, и дальше его собирать не получалось. И уже приходилось проявлять смекалку, посмотрели на материал, начали заливать водой, чтобы охладить его в теньке. Он стянулся, потом мы его уложили и быстро сразу накрыли, и все было хорошо. Хотя эта процедура закончилась, наверное, где-то с часа за полтора до самих боев. Вот тобто так ви это. Навіть не уявляли, що таке може статися, так? Чесно, да. То есть, ну, как мы этот октагон уже использовали в том году, ну, и как бы разница, ну, в Надежде было душно, и думали, ну, температура какая одинаковая, а вот нюанс был в самих солнечных лучах. Вот они падали, и из-за этого расширился материал. И вот приходилось там выдумывать какие-то изощрения, в итоге одно из них сработало. Потому что, ну, вот так вот сели просто и думали, и что, ну, а как дальше? Ну, как бы смекалку проявили не только во время боевых действий, но и в гражданской жизни, и все получилось неплохо. То есть сложности в плане вот работы с ребятами, со спортсменами, ну, там, ну, я практически, ну, я большинство из них знаю тоже, мы вместе тренируемся, и вообще у нас много ребят, которые пошли воевать, вот как раз из ММА-клуба Николаев, вот у нас многие там занимались, там в полку сейчас есть один из тренеров ММА-клуба Николаев, то есть как бы взаимопонимание было идеальное, то есть проблем с ними в коммуникации никакой не было. Тем более спортсмены это достаточно дисциплинированные люди, и когда надо, они вот, ну, выполняют команды правильно, ну, или просьбы, то есть так вернее будет сказать. Каких-то вот опять же проблем во время проведения, ну, я бы не выделил, потому что, ну, турнир, у него был свой вот дух такой, антураж, это вот не было какое-то мероприятие, знаете, вот спортивное мероприятие мы провели, вот и все. Там вот действительно было много эмоций, ребята с Харькова тоже добавили эмоции, когда устроили фаер-шоу для всех зрителей на центральном стадионе. Же, так? Когда их боец выходил, как раз Влад Хорошевский, они устроили фаер-шоу, и когда он победил, тоже они его продолжили, то есть это добавило свою атмосферу, они, ну, тоже представители фанатского движения, то есть вот был такой вот именно дух вот на этом мероприятии, то есть вот правильный заряд, они давали очень много заряда, то есть чувствовалось вот это вот напряжение, ну, не напряжение, а вот весь этот антураж, вся эта энергия, она вот витала вот вокруг октагона, на трибунах, то есть, ну, это было очень здорово, то есть вот я могу сказать, что это вот отличает некоторые другие турниры. Понятно, ты переживаешь, болеешь за своих, но вот здесь атмосфера была просто сумасшедшая, вот такая, знаете, именно действительно праздник. Вроде бы и это турнир памяти воинов АТО, но плакать это не выход, это бессмысленно, наоборот, надо почтить их память так, чтобы они радовались за то, что мы живем и что мы их помним. То есть вот поэтому я не скажу, що какие-то были супер проблемы, просто были какие-то нюансы, которые решились. Угу. Олег, а ось ви є тренером, і ви спілкувалися з іншими тренерами, так? З тренерами спортсменів, які приїхали на закордону. Як їхні враження від турніру в Миколаєві? Всім понравилась організація, і також і буквально сьогодні ночі я відправляв польського спортсмена в Київ, тому що він улітає із Борисполя сьогодні, 3 часа. Тобто він говорить, хорошая очень организация, им все понравилось, поблагодарили. Также молдавские наши друзья, Александр Трохин, который приехал со спортсменом, также отметили организацию, поблагодарили. То есть, ну, всем все понравилось, все прошло на хорошем организационном уровне. И, ну, я как промотор профессиональной лиги также отмечаю это, что действительно спасибо Денису, спасибо всем людям, которые помогли, спасибо всем организаторам, национальному корпусу, Алексею Савченко, губернатору Николаевской области. Все очень здорово прошло. Все пройшло вдало. Скажіть, міжнародний турнір цього року кращим був минулорічного? Да, був лучшим, однозначно. То есть, ну, от, опять же, видели те нюансы, которые всплыли в том году, в этом году.
Ну, и картинка, и вот все, и опять же дух этот, ну, он был лучше. Я не знаю, как дальше делать его еще лучше, может, ну, вот будем думать, что-то придумывать, но вот опять же, у нас вот так, оно даже не по ступенькам, а такими прыжками мы его развиваем. Я вот думаю, в следующем году тоже придумаем что-то, но вот Андрею тоже надо драться уже за пояс чемпиона мира. Думаю, это тоже уже будет следующий шажочек какой-то, который тоже добавит зрелищности этому турниру. Трансляция была на совершенно другом уровне в этот раз. Тоже в этот раз использовали квадрокоптеры, которые показывали стадион с высоты с птичьего полета. Был виден наш город ночной, Николаев. То есть его увидела вся Украина, так как трансляция шла на всеукраинский канал «Экспорт», спортивный, один из лучших каналов Украины. Поэтому мы показали не только турнир, мы показали не только бои, но и мы показали наш город. Действительно красивый город Карабелов, и это наш город очень спортивный. И в нашем городе очень много хороших, талантливых бойцов. Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств пройшов вдало. Це сподобалось не тільки учасникам, але й це побачили жителі нашого міста. Я нагадую, що у нас в студії був Денис Янтар, голова національного корпусу в Миколаївській області, Олег Шевченко, промоутер професійної ліги ММА про Ukraine, та Андрій Ковальов, чемпіон Європи зі змішаних видів єдиноборств серед професіоналів. Дякую вам, що завітали до нас сьогодні у студію. З вами була програма «Це вас хвилює». До наступної п'ятниці. Yeah.